Итак, смотрите, если вы не знаете, как закрепить косу к ручке, предлагаю посмотреть вам вот такое вот приспособление. Вот, значит, у нас, не обращайте внимания, что коса ржавая. Так, значит, вот сама коса, вставляется она вот сюда вставляется к ручке, к держаку. Вот такое вот приспособление на болтике затягивается, соответственно, вкладыш такой. И далее, для того чтобы она не ходила туда-сюда, то есть от этого можно хватить, мы используем два таких автомобильных хомутика, затягиваем их отверточками, и после этого наша коса будет нам работать долго, столько, сколько мы захотим. Ну, конечно, периодически нужно подтягивать вот эти все соединения. Вот. Ну, на этом все. Вот такая вот коса.